Русская Родео проводит мираторг на территории Жуковского района, деревни Белоголовье. Очень много людей, машин, автобусов, столпотворения. Тысячи людей приехали на незабываемое шоу в Жуковский район. Автостоянка битком набита автомобилями, даже воздушный шар есть. Что ж, пройдем, посмотрим. Путь идет сквозь поля, обозначен флагами. Шлагбаум впереди, справа стена кассивная техника, угодья, коровы пасутся, бычки. А вот и самые бычки мираторговские. Их тут сотни. Тут коровы, все под номерами, с бирками. Их десятки, их сотни. Дальше дорога по опилкам идет. Тут самолет приближается. Тянет с собой два планера. Авиашоу. Нет, это три самолета, не падали. Кругом коровы, быки, десятки, сотни. Как черные муравьи разбегаются они влево и вправо дороги. Много радостных зрителей, людей, все довольные. О, какие красавцы, да? Аппарата боятся, стесняется камера. Подошли к счету с информацией. Шатры, аттракционы, сувениры, арена, сцена, экраны, катание на лошадях. Вы с какой техники видели? Сувениры Родео. Шатры организаторов. Шар. VIP-шатры. Бесплатное питание. О, какие красавцы стоят. Все с бирками с двумя, зеленые, желтые. Все больше, больше и больше. Самолеты баражируют над полем. Щиты с ковбоями. А дорога все идет вперед, 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 к основной сцене. Какой красавец. Спортивные самолеты на бреющем летят. Прямо над полями. Самолет опять пролетает над основным полем, где идет представление. Впереди шар воздушный. Опять плакаты. Ну вот мы подошли к самой основному месту действия, сцене. Тут и самолеты баражируют, и трактора стоят на свете. Один с другим. Шар стоит. Парашютистов скинули. Вот мы на самой сцене. Мираторг. Если можно, пожалуйста, нужно чуть-чуть потише, чтобы домофон было. Вот высокой качественной техники. Фирма Каркс. Используют спортсмены для спортивных игр, позволяют развивать
горизонтальную скорость. Трибуны сделаны из сена. Квадрокоптеров масса летает. Чем больше весит, тем мягче приземление. И чем светит стих, поэтому я еще раз напоминаю. Левый. Тут ковбои. Если смотреть от трибуны в угол, пожалуйста, освободите, перейдите на правую сторону. Это там, вот где я нахожусь, самая опасная зона. В случае перехода крутиться, могут быть проблемы. Парашютист уже близко, квадрокоптеры, все. Всего ваше мероприятие приветствуется Брянской авиационно-спортивной клубной САФ. Мы, как всегда, в очередной бой первый в мире чемпионат по гонкам между лошадьми и парашютистами. Вот вы видите, парашютист разгоняет. И сейчас мягкое определение. Приветствую, Козлинов Александр Николаевич, командир нашей Болтина. Вот почему эта зона наиболее опасная. Шутисты пускают прямо на сцену. Аплодируем! Вот, аплодируем! Старший сержант морской пехоты! Аплодируем! Вот сейчас Илёчек сообщил, что всего на борту 9 парашютистов будет еще один заход. Что, Трип? У тебя мягче было? Нет. Во втором заходе. Ванин Василий, Низасов Леонид. Значит, из тех, кто приземлился, я подчеркнул Петр Дубинин, старший сержант морской пехоты. Он очень любит, когда его приветствуют, к сожалению, на день морского флота по погодным условиям. У него прыжок не удался. Давайте его еще раз поприветствуем. Петр, мы тебя приветствуем. Низасов Леонид. Аплодирует вам ногами. Обратите внимание, что он делает ногами. Он вам хлопает, просит, чтобы вы ему похлопали. Очень мягкое приземление. 3620 прыжок. Ну и флаг Мираторга. Как вы думаете, кто с ним прыгает? Василий Ванин. К сожалению, вынужден в очередной раз обратиться к руководству Мираторга за 3 раза. С того момента, как я ошибся и назвал его заместителем генерального, его так и не назначили заместителем генерального директора. Это ваш работник. Приветствуем, Василий Ванин. Геликоптеры не залетают. Работают над сценой. Ну вот большая картинка, видите, вот парашют на большом экране очень красиво смотрится, очень красиво. Значит, я вам рассказываю необходимые действия парашютиста при приземлении. Парашютист снижается со скоростью снижения, я подчеркиваю, 5 метров в секунду. За 50 метров приблизительно до земли он делает разворот, увеличивает вертикальную скорость, затем регулируя стропами управления, снижает вертикальную скорость до нуля, а горизонтальная может достигать до 20 метров в секунду. Попробуйте, пересчитайте километров в час. Большая просьба теперь к участникам.
подготовиться к семейному фото, так называемому семейному фото. Значит, ковбои на заднем фоне, награжденные на площади, обобщенным зрением, семейное фото начинаем готовить. Приземлился Артем Владимирович, который у него 327 прыжок. Ну что, мы ждем всех, 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 всех.